Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Сегодня мы расскажем о главных происшествиях Калининграда и области за минувшие сутки. В студии Полина Степанюк. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Возбуждено уголовное дело в отношении помощника главы муниципального образования Янтарный городской округ. Получил незаконное денежное вознаграждение от предпринимателя в сумме 200 тысяч рублей. Составил документы о получении взятки. Чиновник из Янтарного оформил мзду, как и положено по бухучету. Были установлены следы, которые петляли по дворам, за домами, по улице Коммунистической. Снег помог полиции выйти на грабителя. Нападавший пытался запутать следы и петлял по району. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Нарушил правила безопасности и не вернулся домой. Проводив ремонтные работы, молодой человек погиб на стройке. Чиновник из Янтарного настолько вжился в роль бюрократа, что даже взятку решил оформить актом приема выполненных работ. Взяткодатель был вынужден подписать бумагу, что дал деньги, а нечистый на руку управленец закрепил сделку печатью. Подробнее о этой истории смотрите в первом материале нашего выпуска. Так, сейчас мы присутствие принятых денежных средств разложим и проверим на наличие нанесенного порошка, который должен светиться в ультрафиолете зеленым цветом. В карманах у Игоря Матьянова крупная сумма денег. Чемодан заполнен документами. Помощника главы Янтарного задержали сразу после сделки. До того момента, как к чиновнику подошли люди в штатском, представились полицейскими, он думал, что сделка эта удачная. Люди оформили в аренду земельный участок. Просто нужно было с ними оформить дополнительное соглашение на продление сроков. Аккуратную стопку купюр передал Игорю Матьянову, руководитель одной из коммерческих фирм, которая ведет свою деятельность в поселке Янтарном. Сам помощник главы утверждает, это всего лишь оплата за юридические услуги. У оперативников другое мнение. Сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области было установлено, что задержанный за снижение арендной платы за арендуемый земельный участок, находящийся на территории муниципального образования Янтарный городской округ, получил незаконное денежное вознаграждение от предпринимателя в сумме 200 тысяч рублей. Оперативники управления экономической безопасности документировали все переговоры чиновника и коммерсанта. Оказалось, помощник главы Янтарного со своей стороны тоже вел документацию. Он старательно оформил взятку через акт приема выполненных работ. Денежные средства, которые были непосредственно предложены как человеку о том, что непосредственно они готовы или не готовы по актам выполненных работ за юридические услуги оплатить сумму. Они посмотрели акты выполненных работ и сказали, что готовы. Оперативники много повидали за свою службу, но чтобы взяточник оформлял бухгалтерскую документацию, увидели впервые. По одной из версий, подозреваемый сделал бумаги на случай, если его поймают, чтобы создать видимость законности сделки. Следственными органами Следственного комитета России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении помощника главы муниципального образования Янтарный городской округ. 49-летний Игорь Матьянов подозревается в получении должностным лицом взятки в крупном размере. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Им предстоит выяснить, действовал ли Игорь Матьянов в одиночку или у него были сообщники. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Денис Саландин, Анна Николаевич. Специально для места происшествия. Зачем рисковать, когда взятка в 1000 рублей равна сумме административного штрафа? На улице Невского инспектор ГИБДД за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль «Ауди». При разговоре 58-летний мужчина решил откупиться трехзначной купюрой. На место происшествия сразу была вызвана оперативная группа. Совершив поворот на запрещающий красный сигнал светофора, водитель «Ауди» сразу привлек внимание сотрудника автоинспекции. Водитель находился в своей машине не один. На соседнем сидении сидела и его жена. Припарковав транспортное средство, автовладелец сел в служебный автомобиль для оформления протокола. В
В процессе составления административного материала по данному нарушению правил дорожного движения водитель предложил инспектору не составлять материал за вознаграждение в сумме 1000 рублей. Инспектор пояснил водителю, что данное деяние является уголовно наказуемым, однако водитель мотивировал это тем, что у него нет времени ждать, пока инспектор будет оформлять административный материал. Однако предупреждение инспектора 58-летнего гражданина не смутили, и он положил деньги в дверной карман. Сумма в 1000 рублей, которыми пытался откупиться нарушитель, соответствует административному нарушению. Мужчину доставили в отделение полиции. Проводится проверка. Руководством отдела ГИБДД по городу Калининграду проводится жесткая политика, направленная на борьбу с коррупцией. Поэтому мы призываем всех участников дорожного движения не нарушать закон, не становиться участниками преступных деяний и обо всех фактах сообщать нам в отдел ГАИ по городу Калининграду. Елена Кивенко, Юрий Жуков. Специально для места происшествия. Снегопад помог полицейским раскрыть преступление. Сотрудники патрульно-постовой службы вышли на след грабителя по следам на снегу. 30-летний рецидивист пытался скрыться от своих преследователей и петлял как заяц по району. Грабеж произошел в 2 часа ночи на улице Коммунистической. На прохожего напал неизвестный и потребовал отдать ему деньги и мобильный телефон. Для убедительности нападавший схватил палку и стал ей угрожать. 42-летний калининградец попытался убежать, но налетчик сначала ударил его своим оружием по голове, а затем схватил лежавший на земле камень и запустил в убегавшего. В ходе завязавшейся борьбы грабителю удалось выхватить из карманов потерпевшего кошелек с деньгами. Ну, ушел по Павлика Морозова, по Коммунистической. Прислал какой-то человек, предложил выпить. Ну, я отказался. Ну, он взял палку, потом камень. Палка не смог сама справиться. Потом взял камень и кинул мне по голове. Сообщение о грабеже поступило на телефон 02 только спустя 15 минут после нападения. Потерпевший добрался до дома и вызвал полицию. Инспектор батальона патрульно-постовой службы Евгений Сергеев и стажер Жанна Демчук первыми оказались на месте происшествия. Полицейские обследовали территорию. На снегу, где происходила схватка с грабителем, они обнаружили свидетельство борьбы. В сторону от этого места уходили другие следы, причем человек, их оставивший, явно бежал. Получили сообщение от оперативного дежурного о том, что был совершен грабеж на улице Коммунистической вблизи перекрестка с Павлика Морозова. Выдвинувшись на данное место, значит, нами были обнаружены следы борьбы, в ходе которых, значит, были установлены следы, которые петляли по дворам, за домами по улице Коммунистической. Надо сказать, грабитель тоже заметил, что оставляет улики и, свернув во дворы, стал там петлять, пытаясь запутать своих возможных преследователей. Как выяснилось, это ему не удалось. Отпечатки ног вывели полицейских прямо к его подъезду, а растаявший снег на лестничной площадке точно указал, в какой квартире живет подозреваемый. Увидев на своем пороге полицию, 30-летний ранее судимый калининградец понял, что его выследили, и решил во всем сознаться. Как признался задержанный, деньги ему нужны были на выпивку. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Анна Николаевич, Илья Ишутин, специально для места происшествия. Банальная невнимательность привела к трагедии. 25-летний молодой человек упал с 10 этажа дома. Рано утром, находясь на своем рабочем месте, где строится многоквартирный дом на улице Аксакова, слесарь-монтажник проводил ремонтные работы без страховки, оступился и сорвался вниз. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть человека. Решение о возбуждении дела было принято по материалам проверки, проведенной прокуратурой Ленинградского района и поступившей в органы Следственного комитета. На место происшествия сразу вызвали скорую помощь, но в результате полученных травм молодой человек скончался в реанимации больницы. Погибший был холост, детей не имел. Теперь должностному лицу, отвечающему за безопасность на строительном объекте, придется разбираться, почему слесарь-монтажник оказался на рабочем месте без страховки.
И на этом все. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, звоните к нам в редакцию по телефону 91-94-04 или пишите о наш электронный адрес канал1@mail.ru. А мы напоминаем, что все выпуски программы «Место происшествия» вы можете посмотреть на нашем сайте 1городской.ру. В студии была Полина Степанюк. Берегите себя и своих близких. А сразу после нас не переключайтесь и смотрите программу «Служба новостей город».